Приветствую, друзья! Рад видеть вас на моем канале. Сегодня у нас на обзоре отличная новинка – наушники Aphotek MR720. Будем разбираться, что же делает эти наушники такими особенными, какие у них есть фишки, и, конечно, не забудем про их плюсы и минусы. Обязательно оставайтесь с нами, впереди много интересного. Ссылки на товар, как всегда, вы найдете в описании под видео. Поехали! Наушники Aphotek MR720 сразу привлекают внимание своим продуманным дизайном. Каждая деталь здесь кричит о том, что комфорт был на первом месте при их создании. Чаши наушников, к примеру, выполнены в такой форме, что идеально обхватывают уши, обеспечивая полное погружение в звук. Амбушюры и накладка на оголовье сделаны с дышащей сетчатой микрофибры. Материал, который не только мягкий на ощупь, но и помогает избежать перегрева во время долгих игровых сессий. Еще одна крутая фишка – складные амбушюры. Это делает наушники идеальными для путешествий, ведь они легко умещаются в любой рюкзак или сумку. Хоть едешь ты в другой город или просто в гости к друзьям, твои Aphotek MR720 всегда будут под рукой. Кстати, не забудь заглянуть в описание под видео, там тебя ждут ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод, с которым покупка станет еще выгоднее. Теперь давайте погрузимся в технические особенности наушников Aphotek MR720. Тут действительно есть чем впечатлиться. Во-первых, это передача данных по частоте 2,4 ГГц, что обеспечивает экстремально низкую задержку. Представьте, это в 8 раз быстрее, чем обычный Bluetooth. Но если все-таки предпочитаете Bluetooth, то здесь стоит передовой стандарт версии 5.3, который не только обеспечивает стабильное соединение, но и также минимизирует задержки до предела. Для тех, кто не хочет ни малейших искажений звука, предусмотрен 3,5-миллиметровый аудиоразъем. Этот универсальный интерфейс гарантирует полное отсутствие задержек и чистый звук, что, согласитесь, очень важно для настоящих геймеров и аудиофилов. Звук Aphotek MR720 – это отдельный разговор. Внутри этих наушников скрывается настоящая технологическая магия. 50-миллиметровые мембраны, изготовленные из наномицелия и углеродного волокна с использованием передовых биотехнологий. Эта комбинация дарит фирменный звук Blady с четкими высокими и средними частотами, а также глубокими басами. Такой звук дает не только удовольствие, но и игровое преимущество, когда каждый шорох или шаг врага звучит так, будто он прямо у тебя за спиной. Микрофон здесь тоже не подвел. Однонаправленный с функцией шумоподавления, он эффективно отсекает все фоновые шумы, позволяя вашему голосу звучать четко и разборчиво. А встроенный светодиодный индикатор подскажет, когда микрофон отключен, чтобы случайно не упустить важный момент. Управление наушниками также на высоте. Можно включать и выключать подсветку, регулировать громкость, ставить музыку на паузу, переключать треки, отвечать на звонки и даже активировать режим Bluetooth. Все это буквально на кончиках ваших пальцев. Ну и вишенка на торте – время работы от аккумулятора. До 65 часов без подзарядки при выключенной подсветке и до 37 часов с включенной подсветкой. Это невероятно удобно, если не хочется постоянно следить за уровнем заряда или если вас ждет долгая игровая сессия или поездка. Эти наушники не подведут в самый ответственный момент. Теперь давайте посмотрим, что говорят о наушниках Aphotek MR720 их реальные владельцы. Я внимательно изучил отзывы и выделил основные плюсы и минусы этой модели. Начнем с минусов. Хрупкий пластик. Слабая звукоизоляция на высокой громкости. Подсветка не меняется. Неудобные кнопки. Но, как всегда, есть и те аспекты, которые пользователи оценили на высоте. Мягкий бас. Шикарный дизайн. Долгое время работы от аккумулятора. Эффектная подсветка в бархатных оттенках. Удобство использования. Добротный звук. Подключение без задержек через передатчик. Мягкие амбушюры. Три варианта подключения. Ну вот и все, друзья. Надеюсь, обзор на наушники Aphotek MR720 был для вас полезен. Не забудьте заглянуть в описание под видео, там вы найдете ссылки на проверенные магазины и специальный скидочный промокод. Делитесь своими мыслями о модели в комментариях, интересно узнать ваше мнение. Если хотите увидеть больше таких обзоров, не стесняйтесь подписываться на канал и ставить лайк. Спасибо за просмотр и до скорых встреч!